Господи, от тех учеников, которые хотят, чтобы убогий гений кощунственно искал все новых откровений. Нам может нравиться прямой и честный враг, но каждый он выслеживает наш шаг. Их радует, что мы в борьбе, покуда Петр отрекается и предает Иуда. Лишь небу ведомы пределы наших сил. Потомством взвесится, кто сколько утаил. Что создадим мы впредь, на это власть Господня. На то, что создали, то с нами и сегодня. Всем оскорбителям мы говорим привет, превозносителям же отвечаем нет. Упреки льстивые, гул молвы хвалебный, для творческой святыни непотребный. И стыдно мастера дурманит пеленой, как карфагенского слона перед войной. Лишь небу ведомы пределы наших сил, потомством свесится, кто сколько утаил.